Мешка у местной заедницы Беркасово за пригодную программу означена 72-я рочница ошлебодзеня Валала у Другой световой войны, а на памятную площу на Доме культуры и памятник погинутым борцам на Валалским Теметове положены венцы. Подобна святочность вчера отримана и у Бикичу, а панахиду при памятнику служил отец Владимир Еделинский Миколка. На утро на день ошлебодзеня Шиду и дня общины святочна Схацка общинского отбора Субнора и покладание венцов на памятник под Петокраку будзе на 11, односно на 12 годин, а святочна Схацка скупштини общини Шид и святочна академия будзе отримана у сали культурного центра у Шидзе на 16 годин, кеди добитником буду уручени и традицини 6-декемберски награди.